Друзья, приветствую вас на нашем канале «Поделки с детьми». Сегодня я вам хочу показать мастер-класс по мыловарению. Сегодня мы будем варить мыло-розочку с краба из мыльной основы. Вот такая она у меня, английского производства. Я ее отрезала небольшой кусочек и нарезала на... измельчила ее на кубики небольшие. Для этого нам еще понадобится кофейный скраб, молотая кофе, ароматизатор вишня деревянная, спирт, эмигрирующий красный краситель, вы можете взять любой другой, и форму. Сейчас я ее растоплю в микроволновой печи. Вот я растопила нашу основу. Теперь добавляю туда краситель. Перемешиваю. Так, теперь мне цвет нравится. Теперь я добавляю кофе. Я добавила туда все компоненты, залила его в формочку и поставила в холодильник на застывание. Вот она не застыла. Сейчас я достану и покажу, что у нас получилось. Немножко раздвигаю формочку. Выпускаю туда воздух, переворачиваю и надавливаю. Какое у нас чудесное мылко получилось! Посмотрите, какое красивое! Смотрите мои видео, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, ну а встречу, пока!